там, где пыль пьешь, крылья сложив, в глубине зеркал хранит твои отражения. Написание и исполнение музыкальных композиций – любимое хобби Руслана Глебова. Он шагает с песни по жизни, и почти все они посвящены представительницам прекрасного пола. Мои песни в основном о любви. Они посвящены девушкам, женщинам. Если бы не было девушек, не было бы моих песен. Сегодня в Первой библиотеке они главные виновницы торжества, и каждая мелодия, каждая строчка посвящена им. В первую очередь это праздник весны, и сегодня это сборный такой концерт, в котором будут участвовать и авторы-исполнители, играющие на фортепиано, будут участвовать барды, поэты, будет хор русской песни «Околица». Я думаю, что мы сегодня удивим нашего зрителя, который к нам, наверное, уже немножко привык, поэтому сегодня будет немножко такой необычный для них формат. Девочки, женщины, бабушки, сестры, дочери, жены и, конечно, мамы. Весенний праздник они получают заслуженные поздравления, ведь так называемый слабый пол выполняет определенно непростые задачи. И пусть для других наша мама артистка, но я-то ведь знаю, что в жизни она лихая, заядлая мотоциклистка, электрик, шеф-повар, флорист, массажистка, психолог, учитель, швея и туристка, и папина лучшая в мире жена. Авторские стихи, музыкальные композиции на гитаре и фортепиано, песни собственного сочинения и не только, самые теплые слова и признание в любви. В этот день все для прекрасных дам, где бы они ни находились. Низкий поклон всем нашим дамам, всем нашим девушкам, женщинам, которые сейчас находятся в зоне СВО. Я хочу, во-первых, пожелать им мирного неба над головой и здоровья, здоровья им, их близким. Мир, он обязательно наступит, у нас в России не бывает по-другому. Счастья им, удачи. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».